В рамках визита в Ненецкий округ уполномоченные по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе посетили Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Напомню, в эти дни в столице региона проходит заключительный в текущем году Координационный совет детских правозащитников Северо-Запада. Накануне в КДЦ «Арктика» уполномоченные по правам ребенка Ленинградской, Кировской, Вологодской, Архангельской, Псковской и Мурманской областей, города Санкт-Петербурга, Республики Коми и Ненецкого округа обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются замещающие семьи, и меры господдержки, которые им оказываются. Мы сегодня подняли очень серьезные вопросы, которые необходимо решать, конечно, в первую очередь на федеральном уровне. Это, в первую очередь, проблемы отказов от детей. Это такая серьезная очень проблема. Она есть в любом регионе. И, конечно, мы смотрели сегодня вот вопросы, касающиеся вот профилактики этих отказов. Ну и, конечно, это в первую очередь подготовка приемных родителей. В рамках мероприятия Координационного совета также состоялось посещение Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Детские правозащитники лично ознакомились с условиями проживания сирот в Ненецком округе. Было очень приятно ходить вот сегодня по всем вот этим ячейкам семейным, где действительно дети собираются, они могут спокойно отдохнуть, уроки сделать, поесть, попить, сами приготовить себе. Это очень здорово. И то, что вот проделано за этот период времени, я считаю, что очень много. И, наверное, заслуга в этом прежде всего тех сотрудников, которые здесь находятся. Спасибо вам огромное. Также уполномоченные по правам ребенка посетили этнокультурный центр Ненецкого округа, где встретились с многодетной семьей Италеевых и побывали в родильном отделении Ненецкой окружной больницы. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, телеканал «Север».